Незнакомый с комплектацией Range Rover First Edition. Фатальная ошибка. Цвет лета. Batumi Gold. Двухцветное решение окраски радиаторной решетки и переднего бампера. Легкосплавные колесные диски диаметром 23 дюйма и черные суппорта. Черные молдинги, черная крыша, черные зеркала, черное основание дверей и выезжающие пороги. Узнаваемая черненая оптика. Современный вместительный багажник-трансформер. Клиренс автомобиля более 20 сантиметров, а под бампером спрятались выхлопные трубы. Мультимедиа последнего поколения с камерами кругового обзора. Матовый декоративный элемент, холодильник в подлокотнике и салон жемчужного цвета. Обилие хрома подчеркивает высокий статус автомобиля. 6 дополнительных колонок музыкальной системы Меридиан окружают пассажиров второго ряда. Кожаная отделка потолка, панорамная крыша, климат-контроль и широкий подлокотник с отдельным мультимедийным комплексом. Максимальная комплектация First Edition – двухцветный руль с сенсорным управлением. Бензиновый трехлитровый двигатель V6 – 400 лошадиных сил. Понравился данный автомобиль? Мои контакты в шапке профиля. Хейтеры, люблю вас!